И перед началом данного видеоролика, ребят, хотел вам рассказать о сайте Танки Кит. Это, по-моему, единственный сайт, ребят, который дает возможность перед регистрацией попробовать бесплатно открыть кейсик, что мы сейчас и сделаем с вами. Давайте попробуем. Контейнеры крутятся, кристаллики мутятся. 7500 кристалликов. Ну, я думаю, это хорошо. Это хорошо. Дальше что мы делаем? Авторизация. Авторизация вообще очень простая, ребят. Просто авторизуемся либо через ВК, либо через Facebook. Давайте мы с вами пробежимся по кейсикам, которые есть здесь. Первый кейсик — это главный кейс, который, ребят, в котором каждая шестая игра бесплатная. Давайте мы откроем, посмотрим, что нам выпадет. Так, ребят, обязательно нажмите на паузу, поставьте лайкосик и напишите в комментариях, что думаете, выпадет. Так, давайте четвертый откроем. Ну, 500 кристалликов, давайте их продаем за 10 рублей. Вот, и у нас сейчас шестая игра получается бесплатно. Открываем. Я думаю, должно нам сейчас повезти. Как вы думаете? Давайте откроем пятый. 7500 кристалликов, ребят. Мы открыли кейсик 1 за 49, где нам выпало 500 кристалликов. Сейчас мы открываем бесплатный, и нам выпадает 7500 кристаллов. Мы его продаем за 150 рубасиков. Вот. Так, давайте посмотрим дальше. Следующий кейсик, ребятки, у нас... Так, извиняюсь, забыл еще сказать. Смотрите, в главном кейсе, что мы можем выиграть? Мы можем выиграть топовые комплектики, которые у нас продаются в магазинах. В магазине Танки онлайн. Вот, красочки, кристаллики, премиум аккаунты. Теперь идем на следующий кейс. Майор называется. Контейнер, вернее. Здесь мы можем выиграть клановую лицензию, либо переименование. Также кристаллики до 60 тысяч. Давайте мы откроем кейсик, посмотрим, что нам выпадет. Так. Нам должно повезти однозначно, ребятки. 10 тысяч кристаллов. 10 тысяч кристаллов. Мы открываем кейсик за 149 рублей. И выпадает 10 тысяч кристаллов, которые мы можем продать за 200 рублей. Давайте мы продаем их. Вот. И следующий контейнер. Контейнер, по идее, он новогодний. Был новогодний, стал просто контейнер за 29 рублей. Здесь, ребятки, вы можете выиграть до 100 ящиков, которые можно пооткрывать в танках онлайн. Вот, ну давайте попробуем, что нам здесь выпадет. Цена данного кейса 29 рублей. Так, ну пусть нам повезет, хотя бы здесь самое топовое — 1500 нарки. Комплектик. 2500 кристалликов. Ну, как бы, я считаю, достойно, ребят. Мы за 29 рублей открыли кейсик и 50 рублей, грубо говоря, выиграли. Мы очень хорошо окупились. Продаем их. Так, что еще хотелось рассказать вам, ребят. Также, смотрите, разработчики данного сайтика нам добавили в игру бесплатные кейсики. Вот, активировать данные кейсы можно при пополнении от разовым платежом от 1000 рублей. То есть, если на 1000 рублей пополнили, вам дается 10 бесплатных игр, на 2000, соответственно, 20. Вот. Ну, один моментик, смотрите, данный кейсик вы можете открывать один раз в сутки. Теперь, ребят, кстати, если кто-то будет пополнять свой балансик,
пополнять свой балансик. В балансике обязательно используйте промокод Игрунок и получаете плюс 15% пополнения. То есть если вы даже будете пополнять на 300 рублей, на счетик вам приходит 362 рубля. Вот это очень хорошая такая плюшечка. Вот. И также вы можете здесь заработать, не пополняя. Вот у вас будет своя личная реферальная ссылочка, которую вы будете пиарить, по ней регистрируются пользователи, вы за это получаете определенное количество денежек, на которые можете пооткрывать кейсики. Вот, ну что, погнали, ребят, смотреть видосик. Итак, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Игрунок. Сегодня у нас с вами, ребята, обзор нового режима в танках онлайн, который называется регби. Сейчас мы находимся на тестовом сервере. Вот, создали мы, значит, закрытую карту Иран, чтобы нам никто не мешал, и мы здесь целиком и полностью с вами разобрались. Вот, давайте проедем по карте, посмотрим. Так, смотрим. Одна точечка у нас выпадения мячика, не мячика, что это, как это называется. Вот. Это у нас база синих, но я так понимаю, мы должны взять мячик. Давайте мы, короче, сразу, наверное, и попробуем. Берем мы, значит, мяч. И заезжаем, мы красные, на базу синие мы привезли, да? Вау, вау, вау. Все, мы привезли. Наша база красная, нам нужно доставить на синюю. Ну, здесь вообще изи получается, блин. Синим там нужно постоянно. Вот она еще одна. Здесь получается, опа. Получается три. Смотрите, сколько точек. Здесь точки не одни. И каждый раз, я так понимаю, мяч выскакивает в разных точках. То есть мы раз, два, три, четыре, пять точек мы уже... Опачки. Да, вот он. И мяч сразу, как только мы его доставили, мяч сразу у нас летит. Спускается он, как голдики у нас спускаются, нарко и тому подобное. О, чё-то, блин, Викинг М4, а нифига не прёт. Пам. Так, отдаем пас. Давай, поехали. Поиграем, ребят, в футбол. А не в регби, да? Вот. Так, сейчас мы с вами зайдем, наверное, в какую-нибудь карту и попробуем сыграть уже с рандомными чувачками. Итак, ребята, мы зашли в рандомную карточку. Давайте посмотрим, что получается у нас здесь в реале. Так, где здесь точки выпадения? Вот он летит у нас, шарик. Так. Блин, давайте в пас, ребят, играйте. Играйте в пас. Да ёпта, в пас играйте. И... Куда ты, блядь, закрутился? Куда ты ебанул? А, все правильно. Фу ты, ё-моё. Все правильно. Нам нужно вести на... Я думал, нужно на в другую сторону. Так, все, теперь по центру у нас летит. Ой, тормозите, остановите его.
Ну, молот тоже как бы неплох, ребят, я вам скажу, как бы я никогда до этого на молоте не играл. Я думаю, я его на основе обязательно прикуплю. Так, ну дайте мне хотя бы один шарик поставить. Так, счет 2-2. Вот он летит. Ну да, я проеду, ну что-то. Да, ай, блин, я застрял немного. Да иди опять, а, Магнум все-таки меня сливает. Вот, и не получается нам доставить. Так, так, где же он, где же он, где же он? Где же он? Так, там нарко летит. Опа! Сань, езжай вперед. А? Так, ну что вы там, ребят, доставляете? Нет. Так. Ну, по мне, ребят, так режим как бы получится неплохой, я вам скажу. Как бы можно, знаете, не просто зайти в танк и залипать. Вот, а как бы покуражиться, повеселиться. То есть более активная, напряженная игра. Все как дурачки гоняются за одним мячом. Давайте, ребят, в пас пробуйте играть. Давай, пасуй, ну где ты? Ну, доставляй. Все, доставили. Красота, красота. Ай-яй-яй, перезагрузка у меня. Вот, ну что, ребята, я вам могу сказать, в принципе, данный режим мне очень нравится. Вот, будем ждать его тогда на основных серверах. Всем спасибо, всем пока-пока.